Продолжаем. Сейчас заставлю его есть попкорн. Вы поняли, о чем я. Опа! Как мило. Значит, слева ракетчик. Пардон, а как же попкорн? Эй, Моя, тут опять черная смола. Повсюду блюют люди. Единственный источник воды в этом районе. Они даже не блюют от воды. Ладно, пойду посмотрю, что можно сделать. Надеюсь, они не настолько тупые, насколько я это думаю. По-моему, как раз именно настолько. Все. Значит, вот эта штука. Ее надо зарядить. А еще тут какая-то железная бочка прямо на водонапорном баке. Из нее как? Похоже, я все испортил. Думал перезарядить насос. Только что в систему водоснабжения попало много смолы. А это очень плохо. В следующий раз просто взорви эту бочку. Хоть ты и искупаешься в этом дерьме, но спасешь многих. А! Проводник! Мой любимый. Ты где? Ага. Ну ты опять меня разочаровал. Уже в который раз. Все, чувак, я тебя спалил, притворяться бесполезно. Выходите с поднятыми руками. Выходите с поднятыми руками, суки. Или я вас сейчас буду выкуривать отсюда. Ну ладно, это был твой выбор. Ага. Ага, вот. Что-то тупанул. Если перезаряжу насос, останусь совсем без сил. Но если этого не сделать, заболеет много людей. Чье здоровье важнее? Их или мое? Блин, я перепутал. Я знаю, как это неприятно. Я сделал добрый поступок. Слишком много людей может заболеть. Черт, я тупанул по полной. Я как-то совсем туплю, по полной вообще. Может, я совсем не мастер Инфемуса, каким я себя считаю. О! Перезарядить его надо, то есть тюк-тюк-тюк-тюк его молниями, ага. Черт подери. Много людей заболеет, если эта гадость и дальше будет попадать в воду. А тебе не плевать? О, это уже лучше. Ну и где ваши вражеские ракеты и гранаты? Ну только вот я об этом подумал. Ну да, и упал, я разбил стекло. Своей головой.
люди, вы где? Ага, давай, стреляй, стреляй. Да вашу мать! Как так? Он стрелял не оттуда, откуда я думал. Так, это уже слишком, парни. Я сейчас буду озверевать и их всех убивать. Я не буду тебя так долго стоять и ждать. Если ты не выдержишь, я буду действовать своим собственным принципом. И эти чуваки меня смогут убить. А я не доступить не могу. Что самое интересное, они до меня могут. Так, я почти добрался. Я же прыгнул и упал. А-а-а! Очень долбанные ракеты и гранаты меня совсем заколебали. Вот, нравится? Это моя профессия, я же злодей. Не забывай об этом. Но я же Уи делал, я... Хорошо. Ты выладишь все время из разных мест. Это меня напрягает. Позарядит, конечно, нечего. Заболевает все больше людей. Ты делаешь только хуже. Извини, это единственный способ избавить водонапорный пакет от этой. Он врет, но. Триш, да, он врет. Мы прекрасно обошли за тебя. Так, вот что. Уйди отсюда, зомби. Блин. Хорошо. Ну что? Все. Я это сделал. Я смог. Всех распинали, можно действовать дальше.
заливаешь море смолы в систему водопровода. Ну и что? Мне плевать. Теперь ты единственный неповторимый ублюдок. You must die! Я убью тебя вот по этому самому поводу. Что ты даже не можешь в меня стрелять. И поэтому я просто возьму и пну тебя вниз. Бум. Что? Как? Я же просто разбил трубу, а мне засчитали один опыт. Ну ладно. Все. О. Похоже, она сильно разозлилась. А ты еще кто такой? Просто честный гражданин. Это Кеслер. Стой спокойно. Он прыгнул ко мне, и его ледяные пальцы вонзились мне в голову. Мгновение я ничего не чувствовал, а потом он начал мне подавать. Жуткие вещи, словами не описать. И в этот миг я понял, он показывает мне будущее. Смерть и разрушение, царящие повсюду. Когда он меня отпустил, я понял, что он в ответе за все это. Что он открыл ящик, который уже никто не сумеет закрыть. И во всем этом замешана эта проклятая лучевая сфера. А потом он исчез. Вот так. Такой вот рассказ. Чувак, возвращайся, тут для тебя пивко холодненькое. Уже иду. Да, вот именно. Уже иду.